Всем привет! С вами канал Art Mania. Сегодня у нас на обзоре мороженка ванильное в стаканчике. Называется «Моя цена». Вот такая вот мороженка из магнита. Всего лишь за 11 рублей. Так, содержит растительное масло. Не знаю, на всех это написано или нет. Здесь у нас получается 70 грамм, но мороженка 60 грамм. То есть стаканчик 10 грамм весит. 10-11. Так. Здесь у нас что? Мороженое с заменителем молочного жира. Ванильное. В вафельном стаканчике. Массовая доля жира в молокосодержащем части продукта 6%. Батут состав. Состав вообще не видно. Просто не видно. Его, видимо, специально делают таким. Состав, короче, окажется у вас, наверное, в описании. Я поищу его в интернете, потому что здесь просто вообще не видно. Тут вот, смотрите, вот они, то есть буковки, вот они видны, но прочесть вообще просто нереально. Есть вот состав, и все. Вода питьевая, что-то там еще, что-то, не знаю, я не вижу, честно. Я думала, он где-то вот там прячется. Давайте его откроем и посмотрим. Где у него? Вот что. Та-дам! И вот то, что мы с вами видим в реале. То есть, смотрите, здесь вот тот мороженый стаканчик похож более-менее на тот стаканчик, который мы привыкли с вами видеть в детстве. Да? В советские времена. То здесь... В конце, кстати, ролика будет, как мы вскрывали еще одну такую мороженку. Я купила их 3 штуки. Там примерно такая же ситуация. Очень маленькая. Ну, сейчас оно немножко подтекло куда-то, в какую-то сторону. Вот оно прям замороженное, такое, как будто вода. Так, ну давайте попытаемся его попробовать. Он прям такой сильно замороженный, как будто здесь прям вода больше. А, ну вот вообще-то уже ковыряется так. Ну, как-то даже он, знаете, выглядит замороженный, но выглядит совсем по-другому. Дешевое мороженое. Дорогое все-таки как-то более белое, а тут ощущение, как будто оно прозрачное со снегом. Ну, давайте попробуем. По вкусу прям очень сладкое. Прям не приторное, но прям очень сладкое. Молочное, прям вкус молока. Наверное, больше, знаете, как будто это замороженное молоко сладкое. Но при этом что-то еще там добавлено, всякая химия, и поэтому оно не как лед, а больше там как мороженое, но не знаю, какая-то часть от мороженого, наверное, здесь, мне кажется, процентов 40 от мороженого. Потому что все-таки мороженое, оно совсем другое, даже когда замороженное. Тут оно сейчас постояло, не знаю, минут 10. Ну, как-то такое вот оно вот. Ну, дешевое мороженое. Да, мороженое дешевое, они, наверное, такие все. Просто, честно говоря, первый раз на такое натыкаюсь. Обычно я покупаю известных производителей, а тут... Ну, если, допустим, просто пробовать, просто поесть мороженое, то можно купить. Есть вкус молока, сладкое. Ну, в принципе, вкусное. Но я ее покупала для латте, то есть это кофе с мороженым. И, честно говоря, мне вообще не понравилось. Было ощущение, как будто я в горячий кофе добавила масло с молоком и водой. Было что-то вот такое вот похожее. То есть до этого я уже пробовала дома, делала другим мороженым. Это было вкусно. Это мне не понравилось. Это вот последняя мороженка. Завтра я буду еще раз, наверное, с ней пить. Не знаю, что какая-то она странная. Да, стоило оно 11 рублей. И вот такой у нас с вами был обзор. Если кто-то уже пробовал это мороженое, напишите свои отзывы, понравилось вам или нет. Ну, в принципе, да, вот здесь написано. Мороженое с заменителем молочного жира, ванильное, в вафельном стакане. Не знаю, это что написано на других мороженых. Да, ну, короче, нам с вами делается обзор на мороженое, пока у нас зима. Вот, пока можно дотащить до магазина. С магазина, вернее, до дома. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, отзывы свои.
Смотрите другие ролики, обзоры на шоколадки, обзоры на технику, влоги, болтушки. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.